что в скором времени водрузят на постамент. После того, как монумент установят, останутся работы по отделке постамента и устройству газонов. Процесс ремонтных работ осложняют погодные условия, но подрядная организация намерена управиться в срок. Торжественное открытие памятника состоится в День народного единства 4 ноября. На площади Победы развернутся основные праздничные события.